Давай сейчас я буду читать об этом истории. Откуда эта культура 1 января? Потому что много людей сегодня не знали, что это имя января. Января произошел от имени Янус. Янус – это римский идол. Значит, что когда вы отмечаете этот праздник в 1 января, вы поклоняете это римский идол. Сейчас я буду читать об этой истории. Древнеримский праздник Януса. Римский Новый год также изначально соответствовал весному равноденствию. Раннеримский календарь состоял из 10 месяцев и 304 дней. Каждый Новый год начинался в день весеннего равноденствия. Согласно традиции, календарь был создан Ромулом, основателем Рима, в 8 веке до нашей эры. Однако на протяжении веков календарь не синхронизировался с Солнцем, а в 46 до императора Юлия Цезарь решил эту проблему, посоветовавшись с самими выдающимися астрономами и математиками своего времени. Он представил Grigoriánskiy kalendar основанный на солнечной энергии календарь, который очень напоминает более современный Grigoriánskiy календарь, который сегодня используют большинство стран мира. В рамках своей реформы Цезарь установил 1 января. Еще раз. В рамках своей реформы Цезарь, это Юлия Цезарь, Цезарь установил 1 январь как первый день года. Это не наш Бог, это сказал. Это Цезарь установил этот день, 1 января, как Новый год. Это не от Библии. Об этом буду читать из Библии. У нас пророчество об этом в Библии. Еще раз. В рамках своей реформы Цезарь установил 1 январь как первый день года, от 6 в 6 месяца. Януса, римский идол, Януса. Януса, римского бога перемен и начальщие два лица, позволили ему оглянуться в прошлое и заглянуть в прошлое. Будущее эта идея стала привязана к концепции перехода от одного года к следующему. Римляне праздновали 1 январь, принося жертвы Янусу в надежде получить удачу на Новый год, украшая свои дома лавровыми ветвями и посещая шумные вечеринки. Этот день рассматривался как подходящий почву для следующих 12 месяцев. И друзья и соседи обычно положительно начинали год, обмениваясь добрыми пожеланиями и дарами инжира и меда. Григорианский календарь. 1 января восстановление. В 1582 году, после реформы Григорианского календаря, Папа Григорий XIII вновь объявил 1 января Новым годом. Еще раз. Папа Григорий XIII вновь объявил 1 января Новым годом. У нас это пророчество в Библии. Наш Бог сказал, что эти люди, белые люди, они все будут изменить мои праздники, время. Об этом потом буду читать от книги Даниила. Еще раз. В 1582 году, после реформы Григорианского календаря, Папа Григорий XIII вновь объявил 1 января новым годом. Хотя большинство католических стран приняли Григорианский календарь почти сразу, он был постепенно принят среди протестантских стран. Британцы, например, они не приняли реформирование календаря до 1752 года. До 1752 года Британская империя и их американские колонии все еще праздновали Новый год в марте. Еще раз. До 1752 года Британская империя и их американские колонии все еще праздновали Новый год в марте. Где-то весной начинается Новый год. Не от 1 января. 1 января это от Юлии Цезарь и Григория. Они сказали, что Папа Григорийский 13. Это он и тоже Цезарь. Они начинали этот праздник в 1 января. Не наш Бог. Дальше. В 45 году до нашей эры Новый год отмечается 1 января впервые в истории, когда выступает в силу Юлианский календарь. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.